бешеные скидки. Всем привет! Если жаркие страны вас не привлекают, а в отпуске вы привыкли вить гнездо и делать ремонт, это программа для вас. Сейчас на межкомнатные и входные двери предлагают заманчивые скидки. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Прежде чем приобретать дверь, нужно определиться, в каком она должна быть стиле. Классика востребована не одно столетие и берет свое начало еще с античности. Если в душе вы консерватор, который ценит традиции и не хочет лишних экспериментов, то это ваш стиль. Он безупречен, поэтому впишется в любой интерьер. В просторных квартирах с высокими потолками или в отдельных домах классический стиль особенно уместен. Следующее направление – модерн. Несмотря на вечность классики, именно ему на несколько десятилетий, включая 2000-е годы, удалось стать фаворитом стилей. Как и в классике, модерну присуща приверженность традиции. Однако в последнем уже не найти той геометрической строгости и возвышенности. На первом месте здесь плавность и многообразие линий. Внешний вид двери в стиле модерн – это изогнутые линии, природный цветной рисунок на поверхности полотна или на стеклянной вставке, использование яркого витража. Наконец, хай-тек. Межкомнатные двери хай-тек – это строгие формы и простой дизайн, дополняемый отделкой в виде глянцевых, алюминиевых или непрозрачных стеклянных вставок. На сайте «Росдверь» сейчас уникальная акция «Купи две двери и получи третью в подарок». Предложение актуально при покупке полных комплектов с телескопическим погонажем и фурнитурой. Кроме того, на двери действуют скидки. Например, межкомнатная дверь «Оптима» цвета «Венге» с матовым белым стеклом сейчас продается за 6330 рублей. Ее прежняя цена – 9044 рубля. Белая дверь «Честер» сейчас продается со скидкой более 3000 за 7140 рублей. Дверь «Марсель» белого цвета со стеклом сейчас предлагают за 11 021 рубль, размер скидки – 4724 рубля. Эта модель есть и в других цветах. На сайте sfdoors.ru серая межкомнатная дверь «Модерн» «Ривьера Грей» сейчас продается за 3600 рублей. Это цена полотна. За наличники и коробку придется доплатить. Светлая дверь «Модерн» со вставками из стекла сейчас продается со скидкой за 3900 рублей. На эту модель есть выбор цвета – белый, бежевый, венге, дуб. Входные двери также можно купить со скидкой. На сайте компании низких цен помимо скидок предлагается еще и рассрочка. Так, однотонная стальная входная дверь сейчас продается за 8000 рублей. Большой выбор расцветки. Входная дверь модели Ford на том же сайте сейчас продается за 4500. Здесь также большой выбор цвета, вплоть до синего и темно-розового. Модели Continent представлены в более классических цветах. Есть входные двери, выполненные из МДФ со вставленным зеркалом. Их стоимость 6000 рублей. На сайте «Двери 163» белую дверь капучино из шпона со стеклянными вставками сейчас можно купить за 2925 рублей. Есть в цвете «Орех» и «Венге». Белая дверь «Классика» «Нордик» сейчас продается за 5268 рублей. Дверь «Классика Прованс» сейчас предлагается за 4908 рублей. Она отделана эко-шпоном. Бескромочная технология производства, классический выступающий багет и объемная филенка, профиль без пустоты ДСП. На сайте представлены и складные двери. К примеру, «Милан Орех» сейчас можно купить за 1620 рублей. Дверь украшена стеклом с цветными вставками. При выборе двери обратите внимание на материал, из которого она изготовлена. От него зависит ее срок службы, то, как долго она сохранит свой внешний вид. Наконец, будет ли она безопасна для здоровья. Самыми популярными на рынке межкомнатных дверей считаются массив дерева, натуральный шпон, МДФ, ДВП и ДСП. Если дверь выполнена из массива, вы платите за долговечность, экологичность и прочность, но далеко не все межкомнатные двери, гордо именуемые производителями дверьми из массива, действительно сделаны из него. Порой древесная порода может составлять лишь некоторую часть полотна, то есть выглядит как накладка на дверь. Двери из МДФ – это двери из прессованной древесины, достаточно популярный вариант на рынке межкомнатных дверей из категории «цена-качество». Из плюсов – долговечность и легкость. Двери из ДВП и ДСП – самый бюджетный вариант. Кроме цены, есть еще один неоспоримый плюс таких дверей – повышенная устойчивость к повреждениям и влаге, хорошая тепло- и звукоизоляция. Из минусов – они тяжелее натуральной древесины и экологически небезопасны. В их состав входят формальдегиды. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!